коллеги, с вами Максим Амеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Смотрите это видео, мы продолжаем серию, чему риэлторы могут научиться во время своего отпуска. Проходя по пляжу, по территории пляжа, я обратил внимание на точку, где делали свежевыжатые соки. Там мне запомнилось объявление, в колонке, где перечислена стоимость свежевыжатых соков, написано «Мама, купи мне сок». Вот как выглядит это объявление. Обратите внимание, объявление сделано на две разные категории – родителей и детей. Как это можно применить в сфере недвижимости? В сфере недвижимости зачастую бывает ситуация, когда выбирает квартиру один человек, а покупает другой. Приведу два примера. Родители выбирают и покупают квартиру своему ребенку, который студент, переезжает в другой город. Ситуация бывает противоположная, когда родители покупают квартиру себе, но предлагают заняться поисками жилья как наиболее продвинутому, допустим, в работе с компьютером, в интернете, своему сыну, подростку или молодому человеку. Поэтому наша задача адаптировать наши рекламные объявления и под первую, и под вторую категорию наших потенциальных клиентов. Коллеги, приглашаю вас принять участие в мастер-группе нашего проекта. Участники мастер-группы получают доступ на предстоящие онлайн-семинары. Каждый месяц мы выбираем одну тему, подробно ее разбираем. И участники получают доступ к серии закрытых видео, которых нет в открытом доступе. Кроме этого, участники получают ответы на самые там злободневные, самые острые вопросы во время консультаций. Ссылка на участие в мастер-группе находится под этим видео. С вами был Максим Амеленчук. До встречи!